Вот тебе деньги. Можешь тратить их на каникулах на что хочешь. Круто! Редфорд завел себе нового дружка по имени Тедди. Каждый день они играют в настольный теннис в центре развлечений. Центр развлечений для настоящих игроков пинг-понг, а не для ботаников. Проваливай! Вы правда были чемпионкой по пинг-понгу? Да, а что? Вы мне поможете? Пожалуй. Сыграем еще раз. В субботу. Разберемся, кто лучше, раз и навсегда. Контакт с шариком. Комедийная мелодрама «Мое лето пинг-понга». Пришло время перестать быть слабым. Смотрите на телеканале «Новый век».